Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондарева. Сегодня в выпуске. Рыцари станков, электрики и дорожной техники. Когда работа на благо города превращается в дело всей жизни. Своих не отдадим. Ивантеевцы благодарят отдел полиции за возвращение домой. Что не мужчина, то богатырь. Как растить настоящих защитников, точно знают в «Звездочке». Дорогим мужчинам, поэтическая страничка на канале. Об этом и многом другом прямо сейчас. Ровно 100 лет назад была создана рабоче-крестьянская Красная Армия, с чем связывают появление праздника 23 февраля. Я поздравляю всех мужчин с их профессиональным праздником. Как День защитника Отечества отметили в Ивантеевке, расскажем прямо сейчас. Сегодня поздравляют всех причастных к защите Отечества. Это бывшие и действующие военные, труженики тыла, мужчины и женщины. Медалью «100 лет вооруженным силам» награждают партизана, участника Великой Отечественной войны Григория Андреева и генерал-майора Станислава Кулика. Я желаю вам здоровья, я желаю вам благополучия, я желаю счастья вашим семьям. Я желаю, чтобы никогда не вернулось военное время, и чтобы молодые люди не смогли буквально стать защитниками Отечества. Все мы защитники нашего Отечества, и не случайно величайший поэт Твардовский сказал замечательнейшие слова: из одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд. День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. Как только не назывался День Защитника Отечества со дня его основания в начале 20 века. В 2006 году он получил свое современное название и в центр внимания поставили не только военных, но и будущих защитников Родины – мужчин. Мужчины – это защитники, они должны оберегать женщин, ценить наше прошлое обязательно и смотреть будущее с надеждой. Зарабатывать деньги, приносить в семью, быть хорошими отцами, быть защитниками Отечества, защищать свою Родину. А еще, чтобы защищать женщин, защищать страну. Первое дело, наверное, для мирного неба на головой, собственно говоря. Ну и для продолжения рода человечества. С 2002 года 23 февраля стал выходным днем. Ивантеевке важен каждый мужчина. Удивительной историей поделилась жительница города с нашей телекомпанией в преддверии главного мужского праздника страны. Дмитрий после смерти отца остался в квартире один. И начали ходить к нему разные посторонние люди. От предложенной выпивки не отказывался. В середине декабря соседи забили тревогу. Нет человека. Позже выяснилось, увезли Дмитрия псевдодрузья в Смоленскую область. Мне никто не закрывал, ничего. Соседи позвонить не дают, платить деньги. Я говорил, отвези меня домой, отвези домой. Он, вот у меня то на бензин денег нету, то, подожди, вот обещали, не кормил, а сам здесь. Соседи нашли дочь, с которой Дмитрий не поддерживал отношения. Подали заявление в полицию. И наши оперативники в течение месяца его нашли. Такого не бывает. Уголовное дело не заводилось, был материал проверки, рассылались ориентировки. На квартире нашего потерявшегося находились двое граждан, это мужчина и женщина, доставили их в отдел полиции, в ходе чего они пояснили, что хозяин квартиры находится в Смоленской области. Конечно, мне повезло, что тебя не закопали в конце марта, и никто бы никогда не нашел тебя. Я поздравляю с праздником защитника Отечества, нашу доблестную полицию. Спасибо вам, ребята. Желаю вам мирного неба, вкусного хлеба, чистой воды и никакой беды. Есть такая профессия – город благоустраивать. Именно так можно охарактеризовать сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство». О командной работе, целях и задачах, новых проектах и сюрпризах к 80-летию Ивантеевки рассказал в интервью нашему телеканалу директор городского хозяйства Николай Михайлин. То, что мы смогли, мы за месяц вот это мы сделали.
Я думаю, что вот в Королеве такого не было. Вот. Я считаю, что это заслуга людей и ивантеевцев, которые у нас работают. Новогодние арт-объекты на Первомайской, в сквере на Центральном и на пешеходной улице полюбились горожанам сразу. Заслуга по украшению Ивантеевки принадлежит им, настоящим мужчинам и защитникам порядка, рыцарям угловой шлифовальной машины, созидателям красоты и архитекторам благоустройства, сотрудникам учреждения «Городское хозяйство». Придумывали одновременно инструмент и фигуры. Созданная по инициативе главы города Елены Ковалевой красота помогла вывести Ивантеевку в пятерку лучших городов региона для встречи Нового года по версии путеводителя по Московской области. Новогоднее оформление вот делал нам имам Александр у нас Рычков, Ломов Серега, это наш вообще мозг, руки, он инициативный такой человек и такой рукастый. И ночь будет не спать, будет придумывать, как из чего-то что-то сделать. Вот. Дмитрий Вронский у нас тоже тут какого помогал очень серьезно. В год 80-летия Ивантеевки продолжится благоустройство парка. В декабре он озарился десятками новых фонарей. Современным арт-объектом стал разноцветный мост. В данный момент сюда привозят грунт для того, чтобы подготовить площадку к проведению фестиваля цветов. Будут разбиваться цветники. Цветники в зависимости от фантазии участника. Какую угодно композицию можно составить из цветов. Специалисты городского хозяйства приложили свою опытную руку к созданию арт-объектов на пешеходной улице. Сегодняшний вид, допустим, самого пространства, арт-объектов, которые представлены на пешеходной улице в виде букв и арок. Это тоже в какой-то степени заслуга наших специалистов. Следить за порядком в скверах, парках, на площадях Ивантеевки, спиливать сухостойные деревья, готовить дворы к комплексному благоустройству – это лишь часть заботы городского хозяйства. Сверх того, сотрудники и техника привлекаются к уборке дорог, ямочному ремонту, восстановлению освещения. На базе предприятия с помощью собственноручно сконструированных из подручных материалов инструментов сотрудники предприятия хотят воплотить несколько интересных проектов. Хотели сделать, ну, так по секрету, фигурку кота такого. Вот, с крыльями. Такой он на велосипеде едет. В настоящее время в городском хозяйстве трудится 72 человека. Я работаю и горжусь тем, что я работаю в составе молодой амбициозной команды. Вот. Люди нацелены на результат. Защитники Отечества. От мала до велика готовы на подвиги ради своей страны и слабой половины человечества. А на что женщины готовы ради своих мужчин? С этим вопросом мы обратились к ивантеевцам. Пушкин ради любимой пошел на смерть. Из-за прекрасной Елены разразилась Троянская война. Мужчинам то и дело приходится совершать подвиги ради своих любимых женщин. А на что те готовы ради своих защитников, узнаем на улицах города. Почистить дорожку около дома. Залезу на Эверест. На праздничный ужин. Мы все для них делаем, так же, как они для нас. На все. Кушать готовить. Джампингом можно заняться. Что это? Это прыгать, когда за ноги привязаны. С моста, с высокой чтобы высоты. Он понял, как... Да, как я его люблю. В другую страну уехать, на край света там за ним поехать. Куда он, туда и мы. Куда-нибудь сходить с ним. Например, в театр. Готова проснуться рано ради того, чтобы там, занять ребенка, чтобы муж подольше поспал. Мой любимый мужчина смотрит всегда за ребенком. Все делает дома, готовит, убирает. А вы на что готовы? Я на что? К 23 февраля я готова за подснежниками сходить. На что вы готовы ради любимого мужчины? Я не местная. Все делаешь, в семье что делаешь? Следишь за хозяйством, то есть по дому, ребенок, работа, здоровье. Дарю ему любовь, ласку, всегда поддержу его, если, ну, если требуется, всегда буду ему опорой. Забраться на Эверест, приготовить вкусный ужин и просто каждый день поддерживать и заботиться. Вот на что готовы женщины ради мужчин. И это не только 23 февраля, а ежедневно.
Нашу программу продолжает рубрика «Ивстори». Сегодня расскажем о героях нашей малой родины. И не забывайте, каждую субботу в нашем Инстаграм викторина, посвященная юбилею любимого города. Герои Ивантеевки, герои Великой Отечественной. В честь них названы улицы города. Им посвящают книги и экспозиции в Историко-краеведческом музее. Михаил Иванович Толмачев. Простой слесарь. На фронт уходил из Ивантеевки. Пулеметчик. В июле 44 года лично уничтожил 10 немецких солдат и офицеров. Танк Толмачева первым стал штурмовать в Прибалтике. Он погиб в этом бою. Но вы знаете, кто начинает бой, тот чаще всего и выигрывает. За ним пошла вся наша танковая армия. Буквально смяли противника на противоположном берегу. Дочь Алексея Прокудина бережно хранит все, что касается героя отца. Вот его летная книжка. В годы войны он служил штурманом воздушного корабля. Затем звена эскадрильи полка воевал на Западном, Брянском, Калининском, Карельском, Сталинградском и других фронтах. Если ты совершил 400 боевых вылетов, то присваивают звание дважды Героя Советского Союза. Мой отец налетал 364 боевых вылета. А это сын Ивана Басова. Их дом так и стоит на улице, названной в честь отца. Иван Сидорович защищал Москву, освобождал Польшу и Украину, штурмовал Вену. Награду получил за прорыв линии обороны противника. Отец был суров, но справедлив и доступен. Скажу одно, в армии его называли батей. Петр Иванович Цыганов – гвардии младший сержант, командир танкового взвода. Отличился в январе 45-го в Польше. В жесточайшем бою форсировал реку Чарда-Нида, а затем, ворвавшись в город Хинцины, своим танком протаранил 3 уличных баррикады. В кустах заметил танк фашистский, как их называли, «Пантеры». И он этот танк подбил. Вот. Королевский тигр он тоже подбил. И еще один герой Советского Союза – Клавдий Константинович Смирнов. Работал котельщиком на фабрике Дзержинского. Сержант Смирнов был командиром мотоциклетного полка в годы войны. В течение 10 часов в Донецкой области в составе группы разведчиков-мотоциклистов отражал нападение противника и до последнего вздоха прикрывал огнем своих. Всего в Великой Отечественной войне участвовали 4500 ивантеевцев, 2500 остались на полях сражений. Поесть солдатской каши предложили ученикам ивантеевских школ в Центральной городской библиотеке. Здесь состоялся праздник, посвященный 23 февраля. Мужество, смелость, сила. Так назвали праздник, который устроили для шестиклассников 7-й школы ведущие библиотекари абонемента Людмила Заболотнова и Елена Золотцева. Детям рассказали историю возникновения праздника, после чего состоялась викторина «Наша армия родная». В конкурсе «Самый меткий» – дартс – победила Соня Кузьмина. Воинские звания по порядку разложил Алексей Мельничук. В состязании медсестрички лучше всех наложила повязку бойцу на раненую голову Алла Гафурова. На солдатской кухне юные хозяюшки разобрали фасоль от гороха и макарон. А самым увлекательным стал конкурс «Солдатская каша». 9 участников кофейными ложками на перегонки ели гречку. Самым быстрым оказался Андрей Чапанин. Все победители получили авторские вкусные медали. Богатыри земли Ивантеевской. Какие они? Этим вопросом накануне Дня защитника Отечества озадачился детский сад «Звездочка». Богатырскую силу показать вызвались не только воспитанники, но и их родители. Жить красиво по-богатырски в детском саду «Звездочка» открывают Русь изначальную. Сегодня все мальчишки Илью Муромцы да Алеши Поповичи, а девчонки сплошь Василисы прекрасные. Богатыри – это те, которые спасают всяких там принцесс, русских народных там девушек. Это мальчики, те, которые могут защитить девочек. Настоящий богатырь, он смелый, сильный, храбрый. По легенде, украл одну из Василис,
Злой соловей-разбойник, вот и пытаются ее из неволи вызволить. Силой богатырской хвастают, тем более, что тренировались и спортом занимались основательно весь год под чутким руководством воеводы-заведующей. У нас есть бассейн, который мы посещаем, у нас есть физкультура на улице. У нас очень много спортсменов, которые и гимнасты, и хоккеисты, и волейболисты уже даже есть. Все вместе, вот это богатыри. Ишь, отдай Василису, размахался. Пап-богатырей созывают на подмогу. Только вместо верных коней вручают самокаты, а вместо доспехов в руках оказывается мяч. Веселые эстафеты сближают родителей и детей. Все они сегодня славные витязи. Ну, это, во-первых, наша история, чтобы они все ощутили, что такое раньше были богатыри, чтобы были все сильные и мужественные. Все, мне кажется, это очень важно. Естественно, богатырскую, изначальную, русскую, ну, какую-то душевную такую силу внутреннюю нужно воспитывать с самых маленьких лет, и это очень здорово. В «Звездочке» берегут русскую культуру, знакомят подрастающее поколение с народными промыслами. Есть даже музей «Русская изба». А богатырская история помогает еще раз рассказать о героическом прошлом России в День защитников нашей страны. Я поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества. Вы наша надежда и опора. Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем на вас положиться. На этом у меня все новости на сегодня. Прямо сейчас смотрите телеверсию ежегодного отчета главы города Ивантеевки Елены Владимировны Ковалевой. А я, Екатерина Бондарева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных!